В этом году в нем отдохнули более 12 тысяч туристов. Он принес свыше 400 тысяч рублей в копилку курортного сбора и занял второе место на конкурсе лидеров туристской индустрии «Курортный Олимп» в номинации «Лучшее средство размещения», предоставляющее услуги по системе «Все включено». Крым открылся, Турция, Египет. Все равно вот такие отели вашего класса, они становятся все более востребованными. По классу «Все включено». Наша задача – радовать тех гостей, отдыхающих, которые приезжают к нам. И дай Бог, чтобы их было больше. И с помощью вашего труда, конечно, мы этой цели достигнем. Огромное вам спасибо за ваш труд. Тем более он был оценен и руководством края, и нами оценен, соответственно. И в этом году у нас результаты по городу очень такие приличные. Мы на 15% практически повысили нашу емкость нашего курорта. Вот. Спасибо вам огромное за работу. Еще раз с праздником вас, с наступающим. Всем счастья, здоровья, успехов в новом году.